Здорово, ребята! Сегодня буду открывать очередную посылочку. Это должны быть чехольчики пыли, влага, члена защищенные. То есть их даже можно опускать под воду там, и так далее, купаться с ними для телефона от фирмы Choitec. Вот такая посылка. Вот номер для продавца. Шли они ориентировочно недельки 3, может и месяц. Сейчас посмотрим, что же мне прислал этот продавец. И какое же здесь их количество. Так, здесь нет. Напоминаю, что эти чехольчики для телефона размером до 5,5 дюйма. В принципе, телефоны с размером 5 дюймов должны прям влетать. А телефоны с размером 5,5 дюйма должны быть как раз под них. Более телефоны с большим размером, не могу сказать, они подходят или нет. Вот такие чехольчики. Я заказывал их черные и также голубого цвета, вот такого. Сейчас мы и проверим, будут ли они функционировать нормально или нет, потому что я планирую взять их на море и попробовать с ним покупаться в море и пофотографировать под водой с помощью своего смартфона. Так, вот такие чехольки. Сейчас я посчитаю количество. 3, 4, 5. 5 голубеньких. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Да, чехольчики все. В принципе, они нормальные. Я возьму сейчас один. Все отложу в сторону. Так, вот этот чехол. В комплектации с ним идет вот такая штучка. Это веревочка для крепежа на шею. И вот такой вот замочек на ней. В принципе, вы можете закрепить любое такое крепление и пользоваться им без проблем. Как он функционирует? Close open. Close open. Не знаю, как оно. Ага, вот так вот нажимается с обратной стороны. Раз. Открыли. Угу, положили. Сейчас я попробую сюда засунуть телефон Верни Тор Е. Его размер 5 дюймов. Вот, 5 дюймов входит без проблем. Зайдет также и 5,5 дюйма. Вот, вы видите, что есть куда еще мастить телефон. Так, теперь я закрываю его. И он должен быть уже герметичен, как бы. Сейчас я попробую нажать. Так, вот от сенсора. Сенсорные касания он видит. Все, через него все проходит. В принципе, звук здесь тоже. YouTube запускаю. Все нормально. Квартиры в Батуми. Грузия. Так, видите, все нормально. Все отлично, все срабатывает. Так, сейчас я рисковать не буду с телефоном. Сначала я его опущу в воду с одной единственной салфеткой. Здорово, ребята! Сейчас я буду показывать, как пользоваться вот этим вот чехольчиком под водой и как он будет держать влагостойкость, так скажем. Так, берем чехол. Телефон вот такой вот, ненужный, так скажем. Но он-то рабочий, все нормально.
Сейчас я блокирую его и помещаю сюда в чехол. Так, здесь не сильно удобные эти заклепки. Сейчас я их хоп. Так, закрываем плотненько. Клац, клац, все, закрыл. Телефон рабочий, разблокируется, все нормально. Вот, клавиши нажимаются, все окей. Так, теперь я его буду помещать в воду. Смотрим. Так, бульбы не идут почти. Смотрим. Так, раз. Клавиши функционируют. Менюшка идет. Все крутится, вертится. Сейчас я сделаю фото под водой. Так, назад не нажимается почему-то уже. Плохо нажимается под водой, конечно. Вот так вот. Так. Сейчас попробую сделать фото. Вот, видно руки, пальцы мои. Сейчас я сфотографирую. Со вспышкой. Вот, есть. Сейчас мы позвоним сюда. И что, будет вызов? Да, будет идти сейчас вызов. Даже звук есть. Алло. 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 Слышно меня? Да, я вас слышу. Это кто? Это кто? Так, вызов идет, все нормально работает, слышно даже под водой. Отлично. Так что можно использовать под водой. На подводной рыбалке самое то. А меня слышно? Да, отлично. Ну, так и отлично. Вообще класс. Чехольчик работает. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Пока.